сцене снова художественное слово. Груданов Даниил, школа номер 132. Кот и лодырь. Кот и лодырь собирались лодырь на урок, а попали лодыри на каток. Толстый ранец с книжками на спине, а коньки под мышками на ремне. Видят лодыри из ворот, хмурый и ободранный кот идет. Спрашивает лодыри у него: «Ты чего нахмурился? А чего?» Замяукал жалобно серый кот: «Мне коту усатому скоро год. И красив я, лодырь, и умен, а письмо и грамоте не учен. Школа не построена для котят, научить нас грамоте не хотят. А теперь без грамоты пропадешь, далеко без грамоты не уйдешь. Не попить без грамоты, не поесть, а на воротах номера не прочесть». Отвечает лодырь: «Милый кот, на поди 12-й, скоро год. Учат нас и грамоте, и письму, они могут выучить ничему. Нам учиться лодырям что-то лень, на коньках катаемся целый день. Мы не пишем грифелем на доске, а коньками пишем мы на катке». Замяукал жалобно серый кот: «Мне коту усатому скоро год. Много я знал лодырей вроде вас, а с такими встретился в первый раз». И это был Груданов Даниил, получает свой пакетик. Школа 132. Спасибо.